Шаббат шалом и хаг самех. Мирной субботы всем и с праздником. Надеюсь, что кулям бриим. Надеюсь, все здоровы. Ишлану айом парашат шавуа эмор, ве анахну медабрим кен аль хага сукот. Сегодня у нас недельный отрывок называется «Эмор, скажи», и мы говорим про праздник Суккот, Куши. Кефиша я медубар ахшав, бемет, и тоха Суккот ешь арбей кронот. И как было сказано сейчас, что в празднике этом есть много принципов. Миспар шаним то вот дибарно аля икарон штадланут. Много лет мы говорим о понятии ходатая. Бетох хага Суккот. Внутри праздника Куши. Альте бальбелуем рашланут. Не путайте с безалаберностью. Штадланут. Чам Исраэль у кештадлан митпалель вимивакеш вимикрив кол шана, мишана ли шана, шивим бакарим, авур коля шивим умим. Еврейский народ из года в год приносил в жертвы 70 быков за каждый народ. Сейчас мы зачитаем отрывок, и мы увидим, что есть два дня, которые названы праздниками. Шабатон. Йом ришон. Это первый день. Шеля Суккот. Праздника Суккот. Ве йом шмини. И восьмой. Харей Суккот. После Суккот. Маше кен меанен, кол хаг медубар кан басугия азот, ше хаг беацмо шиват ямим, бамешек шана, ве умрим альзе, ло пам эхад. Что интересно, здесь несколько раз сказано, что сам праздник празднуется 7 дней. Лидати есть шейла, аз мадуа ло йом шви'и у шабатон лифей гайон амур льот йом шви'и. Тогда логический вопрос возникает, почему же не седьмой день, он особенный. И это поддерживает то мнение, которое я скажу, что принцип ходатая по унифтах бецурам леа. Здесь открыт полностью. Ам Исраэль мивакеш меот шаним. Еврейский народ тысячелетиями просил килу михин ата дерех ле машиах и готовил путь Мессии. Кола курбанот аэлю и все эти жертвоприношения митну басис. Заложили базу для Евангелия, которое начало распространяться в определенное время. Кола курбанот шела Суккот зе ахи якар бамешех шана. И в этот праздник больше всего тратилось финансов на эти жертвы. И корона шени, ше они руце ласим цумат лев шелану зе שאנחנו צריכים להשתדל. И второй принцип, который я хочу озвучить, это то, что мы должны стать ходатаями. כן. השתדלנו צריך להשתדל כל הזמן. И напрягаться. Ходатай должен постоянно что-то выкладывать. שתדלן להשתדל, כן? זה נשמע מאוד מאוד קרוב, אותו דבר. Ходатай должен стараться. אז בוא נתחיל מפסוק 33, ספר ויקרא, פרק. Кав Гимель. Книга Левит, 23 глава. Васугия Эдхилам и Пасук Шлушим Вешалош. С 33 стиха. Видабер Адунай Муше Леймор, Дабер Ледне Исраэль Леймор, Бехамиша Асар Йом Лаходеш, Хашвии Азе Хак Суккот, Шиват Ямим Ле Адунай. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же седьмого месяца праздник Куши семь дней Господу. Леми хагим ани роце лешоль. Кому этот праздник, хочу спросить? По катув шахор аль габе лаван ле Адонай. Здесь черным по белому написано семь дней Господу. Титамку безе. Углубитесь в эту мысль.
И אפשר לעשות את זה במועד אחר. Невозможно это сделать в другой день. אך ורק במועד שהוא קבע. Только в тот период, который он определил. כתוב ל-15 ליום לחודש שביעי. Написано 15 дня того же 7 месяца. עכשיו, אי אפשר לחגוג את החג במועד אחר לגמרי. Поэтому невозможно праздновать этот праздник в другой день. Это не тебе праздник. Это не день рождения твоего. Это не день свадьбы твоей. Это не день, когда ты на пенсию вышел. Написано Господу. Йом шель Ашем. Это день Господа. Семь дней мы посвящаем Господу. И нет тут даже места для того, чтобы спорить, когда это должно быть. Если ты праздник делаешь в другой день, ты празднуешь его не для Господа уже. И не нужно размышлять о том, что ну можно и в другой день Господу праздновать, потому что ничего такого не написано, это все глупости. Они думают, что разные глупости помогут принять такого рода понятие. Нет перевода. Для гваньот. Помидорный соус. Так говорят по-русски? Кен. Глупости в помидорном соусе? Кен. Томатном, спасибо. Бьем решен микрей кодеш. כל מלכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני ביום השמיני, מקרי קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא. כל מלכת עבודה לא תעשו. Первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу, 8 день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу, это отдаяние праздника, никакой работы не работайте. Написано 7 дней праздновать. Написано, в первый день будет священное собрание. Не говорится о 7 дне. Сразу же мы переходим к 8 дню. ככה זה נראה. Так это выглядит. חג שבע ימים, אבל יום שמיני הוא מקרה קודש. מקרה קודש это... Праздник 7 дней, но в 8 день особое служение, священное служение. כן, בוא נתרגם. יש מקרה אסון ויש מקרה קודש. Священный случай. כן, תרגום. אני אוהב את זה, תרגום. Микреасон, катастрофа, например, называется микреасон. Несчастный случай. Несчастный случай. В эпоху тут микре кодеш. А здесь священный случай. А скорее машу, чтобы музбар, а велахну цехим ликанес летоха талиха зе кедела авиен алма медубар. То есть происходит что-то необъяснимое, но нам нужно войти в этот процесс, чтобы понять, что же происходит. Как вы уже помните, в эти дни... 10, 9, 8, 7, 7, кен, по... приносились быки. Потом кофец лейхад. С 13 до 7, и потом вдруг один бык. А коль бы яхат по... Все вместе. 70, здесь 70. ואחד. И тут один. Кам Исраэль уло митхашев бен хаумим.
Потому что Израиль не считался среди народов. Проверьте, если кто-то может посчитать. И все эти 7 дней Израиль служит всему миру. עובדים קשה. Трудятся тяжело. אתם יכולים בבית לקחת ספר במדבר, פרק כף, תת, ולקרוא ולספור שמה קורבן על הקורבן, מנחה, חביתין, הכל, נכסים, שמנים, יין, חיטה, טונות, בקר. Зачитать дома книгу числа и посмотреть, сколько всего нужно было приносить. Буквально исчислялось в тоннах, сколько масла, сколько муки, животных для жертвоприношений. Есть бакар, что один шукель тонна. Есть такие быки, которые один бык весит тонну. Но если даже лакахат 500 кило, каждый бакар, тиру, байом эхад, везе, לא בחשבון, כבשים, עזים. Даже если по 500 килограмм взять каждого быка, посчитайте, сколько их будет принесено. А еще есть овны и козлы. זה בתוך החג. Внутри праздника. עכשיו, יום ראשון זה חג לכל האומים. И первый день – это праздник для всех народов. כי פה התחיל השירות. Здесь начинается служение. שעם ישראל מסיים לשרת לכל האומים? Когда Израиль заканчивает служить всем народам? זה לא חג. Это не праздник еще? שגרה. Это рутина. חול המועד עדיין. Это еще между праздниками дни. ואחר כך, מה זה שמיני עצרת? И что такое восьмой день остановки? זה מה שיהיה לנו. שבת הבא. То, что будет у нас в следующую субботу. עם ישראלו צריך לעצור. Еврейский народ должен остановиться. כולם הולכים הביתה. Все идут домой. ועם ישראל נשאר אחד לאחד, כמו שאומרים, בארבע עיניים, עם בורא העולם. А народ Израиля останется один на один с Творцом. Как будто бы этот разговор не для всех. И что, можно задать вопрос, что вы лучше, чем мы? Я думаю, наоборот. А бен шело митнаек тов меот, он не шар лидабер. Сын, который плохо себя ведет, обычно остается на отдельный разговор. Все идут на каникулы. Все свободны. Как я помню, после родительского собрания, на которое папа мой не ходил, только мама, он это не мог вытерпеть. שכולם הולכים הביתה, הקוחרובסקי נשאר. Когда все шли уже домой, то Кухаровских оставляли. וגם עכשיו אצלי ככה, הלב הוא נופל. И сейчас мне тоже так сердце опускается, как тогда. ואני יודע עכשיו יהיה משהו. Я знаю, сейчас что-то будет. מה יהיה? Что же будет? כל השקרים שלי עכשיו יתגלו. Все мои обманы сейчас будут раскрыты. ובבית מחכה אותי חגורה. И дома ждет меня ремень. עכשיו, השם אומר לעם ישראל, שמיני עצרת, עצרו, Бог говорит Израилю, остановитесь, останьтесь. תעשו חג. Сделайте праздник. זה חג? Это праздник тоже. גם לעם ישראל. Для Израиля в том числе. Для всех. Но для нас есть еще один дополнительный особенный день.
И в переводе не видно, что есть восьмой день остановки. אבל בפסוק 36, כשאנחנו קוראים בעברית תסתכלי, מה כתוב שמיני? Когда мы читаем на иврите, мы видим עצרת. В 36 стихе написано восьмой день остановки. Шмини еш. Ацерет ле. Слово восьмой есть в начале стиха, но остановки нету. אנחנו עוצרים, וזה חג. Мы останавливаемся, это праздник. Кулям айфим עכשיו. Все уставшие сейчас. Рочим обайта. Хотят уже домой. Мадуа. Почему? Они ממשיך לקרוא. Зачитаем далее. השתדלן הוא שעבד הכי קשה מהכולם. כולם באים וחגיגים חג. עם ישראל מבוקר עד הלילה עובד ומקריב וגם משלם על זה. הכל על חשבון של עם ישראל. Ходатай, который работал все эти праздники, потому что все было за счет еврейского народа в те дни, они оплачивали эти жертвоприношения. Он остается после всех дней. То есть это производилось на финансы общины Израиля. להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה זבח ונכסים דבר יום ביומו. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы, возлияние, каждое в свой день. Мецуян. Отлично. Авал пасук 38 מתחיל ממילה מלבד. Но 38 стих начинается со слова кроме. מה זה? זה לא מספיק? Что? Это недостаточно было то, что написано? לא. מלבד שאתה עושה במשך החייך בצורה שגרתי. Да, кроме всего того, что ты делаешь в рутинном режиме на протяжении всей своей жизни. То есть рутина не отменена? Нет. То есть какая нагрузка? Какая нагрузка? Лёша царих лаву барегель. Пешком нужно прийти, потому что это недостаточно того, что не на машине нужно было приезжать, а пешком шли. עובד קשה. Тяжело работаешь. משקיע כסף בלי סוף. Вкладываешь без конца финансы. ולא מבוטל את מה שאתה צריך לעשות בצורה שגרתית. И кроме всего продолжаешь еще рутину. מלבד שבתות יהיה, ומלבד מתנותיכם נהיה, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. נדיבות זה מה שבן אדם רוצה לתת לאדון מעבר לכל הקורבנות, מעבר מכל הנדרים שהוא נדר. И усердие это то, что человек дополнительно дает, помимо всех приношений и обетов, которые он пообещал. От открытого сердца, как мы говорим, от чистого сердца. Мы сегодня совсем не понимаем, о чем там идет речь. На протяжении праздников אני מבקש סליחה, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אני חייב לומר את זה. Не хочу никого обидеть, но скажу. לא כולם מחזיקים מעמד? Не все выдерживают. לבוא לאדון סתם, פשוט, לבוא לאדון, מול הפניו. Просто приходить в общину, перед лицом Господа. לא מדובר על הנדרים, לא מדובר על התרומות. Речь не идет ни о пожертвованиях, ни о обещаниях, которые обеты даны Господу. תסתכלו על זה אומס.
Смотрите, какая здесь нагрузка. Написано, что это праздник. И надо радоваться. Чему же радоваться? Без конца тратим деньги тут. Быки, овны, тельцы. Ты не можешь это кушать, это все полностью сжигается. Хоть бы, кусочек взять домой, но ты не можешь. Не можешь. Так для чего же это? Что, Бог это кушает? Зачем это ему? Максимум катуши умерех. Написано, максимум он это понюхает. Для чего это? Кому это нужно? Кому это помогает? Как вы думаете, кому это помогает? Лану. Нам. Лану. Для нас. Уроцеша анахнуло не дебак леолама хумри. Он хочет, чтобы мы не прилеплялись к материальному миру. Бен адаму ло яхоль. Но человек не может. Давай умри, маза зе мехамем левовод. Физические вещи, они материальные, они согревают сердце. Кола арахим аэлю гишмиим мехамемим левовод. Все это имение, оно всегда греет сердце. А бен адаму огевет зе. Человек это любит. И когда хотят это забрать, это как по-живому режут. Поэтому Бог говорит, ты сам отдавай. Так что, я сам должен себе по-живому это отрезать? Не знаю, каждый пусть сам решает, чего он хочет. Но здесь написано, кроме суббот Господних, кроме всех даров и приношений, בחגים, которые нужно приносить было на праздники. Духовный принцип он такой. На протяжении года мы постоянно смотрим вниз. Ах, ורק בחג יש לנו אפשרות להרים את הראש. לחשוב על הנצח ולהסתכל שמיים. Только на праздниках у нас есть время поднять глаза вверх, посмотреть вечность и задуматься о ней. במשך כל השנה. На протяжении всего года. אתם יודעים כמה יש לנו ימים לחגים? Вы знаете, сколько у нас праздничных дней? נכון. Правильно. 70? Здесь 70 быков было принесено. Есть 70 амим. 70 народов существовало. В колахагим 70 йом колель шабатот. И все вместе есть 70 праздничных дней, включая субботы. Цевадом. Это красные дни календаря. Бамешех шана. Протяжении всего года. 365 дней. Поход 70. Минус 70. Кама йоце лану? Сколько у нас получается? 295 дней. Смотреть вниз, думать о физических, материальных вещах. Ах враг 70 йом. И только 70 дней есть время сосредоточиться на небесных вещах. И два сезона, это весна и осень, когда есть особая нагрузка, праздники часто идут. И ты можешь почувствовать. Эхад бухер, лямщих гам шевим это йом. תקשיבו, זה עיקרון רוחני. אחד, הוא מחליט, החלטה שלו, להמשיך גם 70 יום באותו הצורה. Один принимает решение эти 70 дней прожить точно так же, как остальные 295. והוא יודע להסביר את זה. И он умеет это объяснить. אם הוא יסביר לך, אתה תרגיש לא נוח. Если он тебе объяснит, то ты себя неудобно будешь чувствовать. Сейчас он становится духовным, и ты
бен адам, ше мецих ото стам, ата карция, ше мафрия. И ты будешь выглядеть как клещ, который впился в него, а он более праведный духовный человек. Но он желает продолжить также эти 70 дней в том же темпе. Есть такие, которые понимают и осознают праздники. И хотят продолжить 295 дней в том же состоянии, как они чувствуют себя в эти 70 дней. Один ждет, что праздники наконец-то закончились и уже вернуться к обычной рутине, работе, дом, все остальное. Это то, что его успокаивает. Он чувствует себя уверен в эти дни. Он зарабатывает, все хорошо. А другой желает внутри себя сохранить это чувство праздника и двигается в другом направлении. И он ожидает именно праздников. Один ожидает вернуться к работе, а другой желает вернуться обратно в праздник, прилепиться к Господу. Это духовный принцип. Поэтому один уверен в своем спасении, а второй говорит, что он уверен. И никто не может этого знать, кроме самого человека и Господа. Есть те, кто ожидают субботы праздников, потому что они входят в присутствие Бога в это время. Но есть те, кто находится на той же территории, но не входят в это состояние. Внутри, в своих мыслях, внутреннем своем человеке, он уже на работе, он уже где-то в рутине, в хобби своем. И он в этом утопает. Потому что он спускается. Тот, который улавливает эту небесную суть, он поднимается. Период праздников это время, которое дает нам возможность приблизиться к Господу и почувствовать, насколько хорошо с Ним. אַх בְּחָמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לְחֹדֶשׁ הַשְׁבִיעִי בְּסַפְחֵם אֶת תְּבוּעַת הָאָרֶץ תַּחֹגוּ אֶת חַג אֲדֹנָי שִׁבְעַת יָמִים בְּיוֹם רִשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבְּיוֹם שְׁמִינִי שַׁבָּתוֹן תַּחֹגוּ שִׁבְעַת יָמִים אַבָּל שַׁבָּתוֹן וּבְּיוֹם רִשׁוֹן וּבְּיוֹם שְׁמִינִי. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней в первый день покой и в 8-й день покой. То, что написано, нелогично. Как бы. 7 дней празднуйте праздник, но 8-й день покоя. Почему же 8-й день не написано, что это тоже праздник? Написано. Но он отделен от этой недели. Для Израиля. Привет антисемитам, которые крепко в это верят. הנוצים רוצים שוויון, אין שוויון
Люди всегда хотят равенства, но равенства нет. Его нет. Сколько наш народ страдал, сколько он поплатился. Тяжело трудились во времена этих праздников. Вкладывали свои деньги, чтобы всем народам впоследствии было хорошо, чтобы они смогли принять это Евангелие. Есть те, кто не хотят, чтобы был отдельный праздник, один день для Израиля. Нет. Ты можешь тахнуть шинам шелха адалехи. Такие люди могут стереть свои зубы полностью до десен, но будет так, как сказал Господь. Ты или примешь это, или будешь врагом Господу. Мне больше нечего сказать об этом. Шмини ацерет зегам йом шела симхат Тора. Восьмой день праздника – это также день дарования Торы. Мы возьмем эти свитки, с которыми будем праздновать. Перемотаем с последним главы, которую мы зачитаем в тот день. Коля говорим, и гам баним шелану, хрэ бар митцва. אנחנו נגלגל את המגילות להתחלה ונתחיל שנה חדשה מקריאת ספר בראשית. С книги Второзакония зачитаем и перемотаем обратно в книгу Бытие все мальчики, кто в возрасте после бар-мицвы старше 13 лет будут участвовать в этом. תקשיבו, תורה זה זהות שלנו. Послушайте, Тора – это наша идентификация. זה חלק מהבשר שלנו. Это часть нашей плоти. זה לא סתם история. Это не просто история. זה לא סתם דבר יקר, חומרי. Это не просто физически дорогоценная или дорогая вещь. זה חלק מהטבע שלנו. Это часть нашей природы. ואנחנו חגיגים את זה. И мы празднуем это после тяжелой работы, после того, как послужили всем, когда все пойдут домой, мы остаемся в ограниченном кругу людей. И мы говорим о дворах, אישיים כל כך על היחס בינינו ובין השם. И говорим о личных вещах, о личных отношениях между нами и Господом. ואנחנו שומעים מהצעקות, למה זה צריך? הכל מבוטל, ישוע מת, כן הוא מת, אבל לא, אתה לא מבין אפילו על מה הוא מת, אם אתה מדבר כך. И мы слышим крики со стороны, зачем это все нужно, ישוע умер за все, но раз такие возгласы, они говорят, значит, они вообще не осознают, за что он умер. Для нас это драгоценно, это важно. Этот свиток, не именно вот этот. Я говорю, в принципе, свиток Слова Божьего, это Иешуа, который стал плотью. Слово стало плотью. И сегодня мы соприкасаемся с Иешуа через Тору. Не через видение. Димьонот, мечтание. Мечтание. Дерех Тора. Через Тору. Кидвар Адонай рухани. Потому что Слово Божье, оно духовно. То, что написано в Новом Завете.
שאנחנו אוהבים, אנחנו מקיימים שני המצוות הכי גדולות. И праздник Суккот и Ликующий, он показывает, насколько мы любим Господа и исполняем две самые важные заповеди. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, ваахавта эт Адонай Элохейха. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть, и возлюби Господа Бога твоего. ואנחנו אוהבים אותו, בגלל זה מקיימים его, את הדבר כפי שהוא כתב ואמר לנו. Соблюдаем все, как он написал для нас. ומצווה השנייה, и вторая заповедь, ואהבת לרעך כמוך. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. ואנחנו משרתים לכל האומים. Мы служим всем народам. ומראים שאנחנו אוהבים אותם גם כן. Показывая, что мы любим их. מוכנים להשקיע. Мы готовы вкладываться. בחג הסוכות יש המון המון עקרונות רוחניות, והכל עמוק. В празднике Суккот есть очень много духовных принципов, и все они довольно глубокие. אז היום דיברנו על שני עקרונות. Сегодня мы говорили о двух принципах. שתדלנות. Это ходатайство. וכל אחד הוא יכול להיות שתדלן. Каждый может стать ходатаем. Но будь готов для вкладывания. Трат. Будь готов тратиться. Любой ходатай, он тратится. И второе. את מה אתה בוחר? איזה תקופה? להמשיך בתקופת החגים, כלומר בקרבת עם השם. Что ты выбираешь? Продолжать период праздников? גם בימים של השגרה. То есть близости с Богом и во время рутины твоей жизни? או אתה תמשיך גם בתקופת החגים? Или ты продолжаешь в праздники? צורה חומרי. Свою материальную жизнь. Понимаете теперь, почему есть разница? Один также, находясь в праздниках и в правильном месте, продолжает внутри себя оставаться плотским. А другой во все дни года продолжает внутри себя находиться в духовном состоянии, на работе и в любом месте, где он находится. Как будто бы он празднует. А связь какая с праздником? Через жертвоприношение мы приближаемся. В праздник мы ближе к Господу. И, конечно же, в Иешуа Мессии все совершилось. Каждый, кто рожден свыше, он хочет ближе становиться к Господу. Через Иешуа Мессию, потому что он самый главный ходатай. Он дает нам эту возможность. Милость. Он позволяет нам быть открытыми людьми. Вкладываться и тратиться, даже если самим не хватает. Потому что небеса важнее земного. Поэтому в праздник Суккот, сейчас мы уже вошли в этот праздник, на протяжении 7 дней. Давайте размышлять об этом. Об этих духовных принципах. Пусть Бог благословит нас.
Конечно же, каждый свободен в своем выборе. Помолимся. Авину Малькену. Отец наш, царь наш. Аба, туда лиха, ше бирахта утану, ве натал лану хагим, ве кешер, дерех атура, итха угам, и Мишуа Машиах. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты благословил нас праздниками и дал нам связь также через праздники с Иешуа Мессией. Тазор лану, льет мишана лишана, йотер ве йотер руханиим. Помоги нам из года в год возрастать в своем духовном состоянии. Не стесняться этого. Помоги нам все больше и больше становиться людьми. Людьми, в которых есть образ и подобие Твое. Аба, мы хотим литракезы. Мием льем, аль дварим шмемим. Отец, мы хотим сосредотачиваться изо дня в день на духовных вещах. Шизе язор веймале отану. Чтобы это наполняло и помогало нам. Нахну рутим лакахат коах минха, мина шамаем. Мы хотим обрести силу небесную, твою силу. Ты мале отану, Аба. Наполни нас, Отец. Дай нам кухот, ляким дор хадаш, ляшкия, лейладим шелану гамке. Дай нам силы взращивать следующее поколение, вкладываться в наших детей. Велейлахем аля дварим айлю. И воевать за эти вещи. Велейлатет леоев. Не давать врагу. Филу миллиметр эхад. Даже миллиметра. Тивне битухейну ему наш лима. Построй внутри нас полную веру. Мы благословляем Твое святое имя во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь.